самка собой, я и люблю говорить. Да? Где я и где люблю говорить? На печальные темы вот вы не становитесь, смотри, сейчас начнёт. Я не собираюсь говорить на печальные темы, тема на самом деле совсем не печальная. И поэтому рассказывай, зачем мы здесь сегодня бренчим вообще. Вот. А, ну... А, да. Мы пригласили... Мы пригласили сегодня самых близких друзей, которые для инрока, инрок... Да, для инрока. И те, кто соизволили прийти, те как бы и лучшие друзья инрока нынче, получается. Кэп. Да. Вот. Ну, там. Heavy metal. Forever. Мы это самое, никуда не уходим, мы все остаемся. Дислексия есть такое заболевание. Да. Вокалистов группы ВГ это если я чищу в затылке, не беда, беда, этот текст я не запомню никогда. Даешь рот! Я все слышу, себя хорошо слышу. Хорош. Спасибо. А. Да, на самом деле у нас такая группа, которая не играет вот так вот никогда. Вот так вот, да? Только басист не изменился. А вообще вот барабанщика кому-нибудь видно? Стой, ты хороший. Барабанщика видно кому-нибудь? Поднимите руки, кому видно барабанщика. Немногим. Барабанщик, встань! Встань, барабанщик. Барабанщика, кстати, зовут Александр Дергачев. Внезапно, да? Барабанщика зовут. Точно. Нет, барабанщика не зовут, он сам приходит. Из-за того, что сегодня такой вот необычный концерт, мы решили сыграть программу, ну, в общем-то, практически без подготовки. Так что, если мы будем нести какую-то пургу, чушь, играть там неправильные ноты, вы уж простите, мы решили, что так и должно быть сегодня. Не так, как всегда, или так, как всегда? Так, как всегда. Так, ну да, собственно. Как всегда, собственно, да? Как всегда мы несем вообще какую-то пургу и чушь, да, в массы. Медиаторы полетели. Полетели медиаторы. На здоровье. Раздача медиаторов началась заранее. То есть сегодня у нас выступление совершенно такое вот неформальное, неподготовленное, поэтому не ждите от нас тут это сумасшедшие тряски головами и поэтических текстов. Мы просто немножко побринчим. Можно? Можно. Спасибо. Спасибо, басист, что ты есть на свете. Включай фонограмму. А с чего мы начнем сегодня? Франкенштейн. Басист, расскажи про это. Ах, микрофона у тебя нет. Так удобно стоят два микрофона, что я ни в один, ни в другой не могу ничего сказать. Басист, это, кстати, у тебя, кстати, бэк. Почему ты не поставил себе микрофон? Где я и где бэк? Ты вообще сейчас понимаешь, как бэк? Все равно у тебя бэк. Попробуй не спеть. Сам пошел. Вы нам нужны. Давайте попробуем. Давайте поближе поставлю к лицу. К лицу. Во, смотри, как круто. В своем мире просто находится. Другой. Сейчас поставлю ему другой микрофон. Are you fucking ready? No, I'm never fucking ready. У тебя приклеилось что-то к... Играй гармонь, свисти фидбэк. Поехали. Ну что, начнем? Вот в какое мне его место его? Они всегда так себя ведут просто, вообще, всегда. Нормально? Вот они разговаривают, нормально же общались, вот это. Это всегда так происходит. Не знаю, кто это сказал. Мне уже пофигу вообще. Это были враги. Вот. Вот смотри. Еще одна попытка. Так. Что здесь происходит? Что здесь делаю? Здесь моя туда. Объявляй. Бури. Тина.
поэтом покорил ты белый свет, кого отсюда узнаю, скажи мне, как его зовут? Бог! Бог! Потому он так везут все песенки, о нем поют. Скажите, как его зовут? С мелкопитающимися. Половые? Хорошо, что не хотелось бы. Там их вообще несколько. Больше двух. Кого? Персонажей. А какие они? Ну, четыре вообще. Что? Четыре вообще их что? В общем, будет немножко рок-н-ролла сейчас. Барабанщик. Ты знаешь, что это? Рок-н-ролл. Жарко здесь. Как ты там сказал, песенка, чё? Член, нога, мелкий.
поем, на-на-на-на-на. Танцевали под дождем, на-на-на-на-на. Помогал им паука, на-на-на-на-на. И мокренькая кисонька, кисонька. Светодиоды греют задницу, да? А светодиоды вообще знаешь, как греют? Пробовал, да? Батарейка есть. Чего ты на меня смотришь? Сжигай ты, фронтман. Ну ладно, а следующий, да? Давай, раз, два, три, четыре, поехали. Колыбель. Все. Народ устал. Что? Устал народ, говорю, надо колыбель. Устал? Конечно. Ну, ладно. У нас этот вариант песни когда-то назывался «Гастарбайтерская лирическая». А ты об этом знал? Нет. Ну ладно, сейчас вспомню. А ты умеешь говорить правильно? Нет. Это хорошо. Чего следовало ожидать, собственно? В общем-то, это нам подходит, мы приняты. Чего ты на меня смотришь опять? Начинай там. Раз, два, три, четыре, четыре, три, вот, два, раз. Барабанщик там. Барабанщик? Так я начинаю, вы не начинаете, да? А что ты начинаешь вообще? Вот начинай ты начинает вообще. Начинай давай. Начинатели. Темп. Оп. Диштанчик, да начали. Начинаешь начинать, почему-то начали. Ну ладно. Поехали? Поехали. Дубль-два. Спят устали, как игрушка, книжка, спят. Одеяло и подушка ждут ребят. Даже сказка спать ложится, ибо ночью нам приснится, нам глазки закрывай, гишлимберме. Пою, пой, гишлимберме.
не лайки, шлифтельми баю-бай. Ты меня пугаешь сегодня? Больше, чем всегда. Покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться и поймать перо жар-птица. Ты пожелай, пою, пою, кишлимбельмен. Какие еще слова знаешь? Дальше. Кельме? Кишлимиш? Да-да. Это четвертый квадратку. А тебе пофигу, да? Смотрит на меня, поэтому я, пожалуй, сам скажу. Следующая песня называется... Карибская бандитская? Бяки Буки Розенбаум Эдишн. Он не смог просто запомнить это словосочетание, пришлось мне говорить. Там буков слишком много, ты посмотри, где вокалисты, где запомнить. Где бяки, а где будет эти тексты, я не запомню никогда. Да-да-да-да-да. Поэтому готовимся к большому количеству шансона. Басист, тебе особо должно быть понятно. Конечно. Ритма нет. Ничего нет. Текста нет. Аккорды иные. Извините. Мы не смогли. Не смогла я, не смогла. Раз, два, три, четыре. Thank you.
неделю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ай, люлю, ай, люлю. А я денежки люблю. Ай, люлю. Короче, конкурс чуть-чуть. Судью. Что судить? Еще что-то надо? Осудил конкурс. Все. Осудил конкурс, короче. Че, херовый конкурс. Ну ладно. А есть у нас в зале человек, чуть не сказал, от которого запахло тленом, да? Которого зовут Алексей Жу. А позовите его, да, вообще, что он там сидит? Лёша, ты где? Он нам нужен, мы хотим над ним поиздеваться. Лёша, выходи, злодей. Сходите кто-нибудь за ним вообще, что он? Кто-то не знает, куда, что ли? Иванушка, не пей из лужицы, козлёв. О, придурок, хоть закуси, а то совсем охота. Так, ну ладно, давайте пока мальчики и девочки покричим. Мальчики! Нету вообще ни одного. Зачем, собственно? Зачем? Ну да. Действительно нужны. А девочки? О, ну понятно, кто победил вообще теперь. Мы всех обманули. Туда. Ну, выходи, выходи в зал, короче, иди. Иди туда. Иди туда, короче. Туда ходил, сюда. Туда ходи, сюда. Сюда ходил. Ходил. Вопил. Куда ходил? Я пришел. Ходил в обед. А я не знаю, что там Квадратов, не спрашивай меня. Ты в микрофон спрашивай сегодня, если можно. Там Квадратов. Квадратов? Басист говорит, что в следующей в этой песне будет про Квадратов. Спроси у барабанщика, он про Квадраты лучше должен знать, чем я. Ты знаешь что-нибудь про Квадраты? Я там про круги знаю. Про круги знаю? У нас барабанщик круглый вообще. Восемь это столько. Барабанщика, да, круги под глазами. Особенно после рок-елки. Да,
после рубьёвки вообще такие круги. Это не цыганская песня, Рома, перестань, остановись. Я в курсе, какие у тебя корни, перестань. А вы знаете, что изначально сейчас вот этот человек, который разговаривает, не обращает на нас никакого внимания, привет. Да fuck you. Порожняк, да, у нас всегда так, собственно. Он вообще, он убежал от нас сегодня, он сказал, что нас всех ненавидит. Ну, чистая правда. Вот, да, он сказал чистую правду, конечно. Вот. И поэтому мы хотим ему сказать, что мы его ненавидим примерно настолько же. Вот. Насколько он нас любит? Бить головой будет. А любит он нас настолько, насколько невозможно нам его не ненавидеть в этот замечательный день. Сложно, да? Вообще нереально. Я старался. И поэтому песенку, которая приближает, но не заканчивает, приближает к завершению нашего выступления, коротенькое сегодня, импровизированное, мы посвящаем вам, господин Жу, за все, что вы не сделали в этой жизни. Большой секрет, и не назначит, мы зачем вообще не знаем. Зачем шагаем мы вдвоем, откуда и куда? Секретов мы не выдаем, нет, нет, вообще, да.
Привет!